просто ням-ням-ням, съем ее. Съем ее. Интересно, какая на вкус Индия? Наверное, очень острая. О, я же вам говорил, а теперь мы просто съедаем это. Боже мой, какая идеальная тактика. Ну, не будем рисковать, все, что съели, то наше. Дальше мы не будем вторгаться в личное пространство тех людей, потому что это риски. А рисковать нельзя, и мы выиграем эту игру, если ни разу не будем рисковать. Но в этом-то и проблема, очень большой соблазн на риск. Да, Джексептикай, ты вернулся. Давайте окружим его. Ай, Ну что ж, Джек, привет, как дела? Стоп, стоп, нас что, пытается другой окружить? Он пытается окружить меня. Он пытается, окей. Да, это был риск. Это был рискованный маневр. Но, блин, это так тяжело не рисковать, потому что чертик у меня на левом плече постоянно подсказывает мне. Рискни, ну давай, давай, ничего плохого же не будет. Будет только лучше, ты выиграешь, ты чемпион, рисковать стоит. И на правом плече у меня ангел. Ну что ты как сопля, рискни в самом деле. Теперь вы понимаете всю сложность ситуации? Вау, уже 93, господи, да я богатый. А на первом месте 24 тысячи. Они постоянно растут, блин, мне никогда их не догнать. Что это было? Он мне прям в жопу въехал. Окей, все дело, я понимаю, что у меня сексуальная задница, но не надо же так на нее хвататься. Я рискнул и на этот раз удачно, а может быть и неудачно, поэтому лучше так больше не делать. Хотя, блин, кого я обманываю? Это было офигенно! Блин, черт, да я крутой! Надо успокоить своего дьявола, что-то он у меня разошелся. Так, не рискуем, не рискуем, не рискуем. А что это за кнопка? What the f***? Все поменялось! Боже, паника! Какого черта я не туда еду? Что произошло? Верните опять нашу кнопку! Эта кнопка меняет управление для левши. Я вообще не вдуплил, как работает эта фигня. Боже мой, никогда больше не нажимайте на эту кнопку. Это опасно. Я опять один. Никого нет. Никогошеньки. Сам один одинохонек. А, вот колбаска человеческого цвета. Я бы попробовал тебя на вкус. Блин, чё я несу, чёрт! Эй, фонарик в ночи темный. Иди сюда. Давай, иди, иди ко мне. Да чёрт возьми, да иди сюда. Воу-воу-воу, я достиг границы. Боже мой, как же здесь страшно. Я впервые достиг границы с Лизарио. И это жутко. Я сначала осиранул и подумал, что это огромный такой толстый червяк ползает. А потом обратил внимание на карту, и я действительно на краю вселенной. Офигеть. Я-то думаю, почему здесь так пусто. Ну что ж, поехали в центр. О, привет, мой сивый друг. Я тоже посидел, когда в 13 лет увидел Happy Tree Friends. Блин, я предпочитаю не вспоминать этот момент. Аллилуйя! Боже, братья! Да! Здесь только один такой я, который смотрел Happy Tree Friends и посидел в 13 лет. Больше никто. Блин, у меня слюни изо рта брызжут. Слишком круто. Я на 8-м месте. У меня почти 10 тысяч. Это повышенная сложность. На телефоне в разы сложнее играть не только в Лизарио, но и в другие игры. Это вы сами знаете, я думаю, по своему опыту. И тут у меня появляется вопрос. Все эти люди тоже играют на телефоне? Или это кроссплатформенная игра, и здесь я играю против людей, которые играют на компьютере? Я бы почитал ваши комментарии по этому поводу. Так, тихо, не рискуем. Ждем, когда они умрут. Они, а смотри, какие они агрессивные. Рано или поздно они в кого-то врежутся, да, и помрут, и я просто съем их кишки. Опасно сюда заезжать. Я сейчас рискую. Господи, зачем я рискую? Я неправильно все делаю. Второе место. Немножко досталось до первого. Я не должен сфейлить, потому что это будет фейл века, если сейчас сфейлю. Европа, осторожно, не убей меня. Стоп, стоп, разворот, разворачивайся, черт возьми, что ты такой неповороткий? Да! Теперь главное удержать лидерство. Боже, я не верю. Я понимаю, что 15 тысяч это не так-то и много. Не так-то и много для того, чтобы быть на первом месте. Но я на первом месте. Я, можно сказать, лучший среди худших. Я с огромнейшим отрывом просто оторвался от второго места. Я сейчас выйду просто в топ, в лидеры, в списке чемпионов. С Лизарио отрыв просто увеличивается. Мне просто нет конкурентов на этом поле. Дайте. О, боже, как же ты, маленький немчик, меня хотел убить. Я сейчас оббежу их. Еще немножко осталось. И да, они в кольце. И больше никто нас не обвяжет, потому что я самый большой на этой планете. И они все внутри моего кольца. Ребята, вас постигнет неминуемая участь сейчас. Привет, ну что, ты сильно старался, чтобы их убить, да? А я сильно стараюсь, чтобы убить тебя. Да! Да!
Стоп, стоп, там еще один. Я не должен его выпустить отсюда. Я не должен его выпускать. Стой! 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 Нет, не уходи! Нет! Нет! Стоп! Это было опасно! Я не должен сфейлить! Это очень трогательный момент. Мы обнимаемся. Сегодня в белом танце кружимся. Наверное, мы с тобой подружимся. И ночью... Откуда я знаю текст этой песни? Боже мой. Медляки в лагере не прошли бесследно. Да сдавайся! У тебя нет шансов выиграть! Сдавайся, господи, я самый длинный, тебя никто не спасет, нас никто не окружит, меня никто не убьет, я здесь Иван Number One. Естественно, мой роутер может сделать мне пакость и вырубить интернет. Да, он такое может. Да умирай. Да господи, ты серьезно пытаешься меня окружить? Слушай, коричневая палочка, уйди, пожалуйста, по-хорошему. Ковбой! 25... Я испугался, потому что это было бы сейчас очень глупо и нелепо. Смотрите просто, с каким огромным отрывом я лидирую от всех остальных. Если они все-таки играют на компе, им должно быть обидно, что я с телефона. Кстати, многие скины я здесь даже не видел. Они просто убиваются от меня. Нет, конечно, возможно, ребята убиваются от меня, потому что они узнали меня по никнейму, и это просто вы, гайс, которые помогаете разрастить моего червячка. Спасибо за такой подвиг. Эй, Джек, это опять ты! Здорово, братан! Слушай, мы тут с тобой лидируем, так что... Джек? Джек? 28182! Охренеть! Кстати, я не видел до этого скина Джек, и я вообще не видел этих многих скинов. Они добавили кучу разного. И, кстати, Google по секрету мне сказали, что по секрету почти на 8-миллионную аудиторию, что во время Игрофеста, а ближайший Игрофест будет с 9 по 23 июня. Я думаю, вы знаете, что такое Игрофест, его часто проводит Google Play. Это всякие фишки, скидки на игры, скидки на продукты внутри игр. Так вот, во время Игрофеста сказали, что добавят еще новые скины в Слезаю. И если вам интересен Игрофест, то переходите вот по ссылке, вот здесь вот аннотация. Вот, и мне было бы интересно, если бы... Слезарио. Был и мой скин, как бы он выглядел. Примерно как-то вот так. Черт, убейте эту штуку, пока она не расплодилась. Это была эпическая битва. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Спасибо моей маме, бабушке, дедушке, Джеку и вам, что смотрели этот ролик, что поддерживали, что ставите лайки, оставляйте комментарии. И если вам понравилось это видео, то почему бы не подписаться на канал, не поставить ему лайк, не оставить комментарий. А с вами был Вангай. Всем бай-бай, гайсы. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.